Доброе утро, Москва. Сегодня 28 октября. На улице небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха около плюс 5 градусов. В течение дня характер метеоусловий в столичном регионе существенных изменений не претерпит. И благодаря северо-западному крылу антициклона москвичей и жителей Подмосковья ждет еще один погожий осенний денек с температурным фоном на 5-6 градусов выше климатической нормы конца октября. Поэтому в Москве переменная облачность, без осадков, ветер южных румбов 3-8 метров в секунду. В столице днем воздух прогреется до плюс 10-12, в Подмосковье от 8 до 13 градусов тепла. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба. Это была погода от Центра Фобос. Я Евгений Тишковец. Доброго дня!